И молитва, 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 молитва. Сначала вы почувствуете в сердце облегчение, что вы можете изменить этого человека. Потом дальше вы почувствуете, что вам легко его принять вот таким, какой он есть. Я вам рассказываю и рассказываю, как сделать из пьяницы трезвенника. Кто, кстати, из вас уже сделал эти стадии, прошел, поднимите. Вот женщина, рассказывайте, вот микрофончик. Давайте микрофончик. Женщина вот на первом ряду второго сектора. Быстренько назад, быстренько. Не будете рассказывать? А кто будет рассказывать? Тоже не будете? Вот здесь сидит. Вы будете? Да. Назад микрофон. На второй ряд сюда. Есть. А кто расскажет, тот всю милость получит. Потому что знание, когда человек дает другим знания, то Бог награждает. У нас была очень тяжелая ситуация в семье. Отец очень сильно, у него, видимо, случился очень сильный кризис, падение личностное. И он начал очень сильно пить. Это продолжалось 10 лет. И мы всей семьей, мама, я и брат, мы на самом деле искренне очень молились, чтобы он нашел в себе силы обратно вернуться. Первая стадия. Вы почувствовали, что с ним все будет хорошо, так или нет? Да. Когда это произошло? Ну, это прошло, наверное, на четвертый год, мне кажется. Это происходило 10 лет. Была вот тяжелейшая такая ситуация. Вторая стадия. Вторая стадия, вспоминайте. Вторая стадия заключается в том, что вы должны на второй стадии были его принять таким и успокоить. Да, мы только заботились о нем. Мы, конечно, получилось так, что мы его оставили одного, потому что не было возможности с ним быть рядом, но продолжали о нем заботиться, потому что... Третья стадия. У него появилась совесть. Он начал раскаиваться, говорит, что я не хочу так жить, но продолжал пить. Да. И тоже это было, наверное, года 2,5. Потому что четвертая стадия. Он... Начал, у него появились какие-то интересы, которые дали возможность ему... Он вернулся к работе. Да, вернулся к работе. Пятая стадия уменьшения выпивания. Практически, полностью перестал. То есть сейчас это не кодированный человек, у него пришло понимание. И семья вновь воссоединилась. Шестая стадия новой жизни. Да. Сказала, да. Родился заново. Абсолютно. И он даже исцелился, то есть в момент деградации, вот этой страшнейшей, у него боли сильные пришли, а потом все произошло. Можно за один год все стадии пройти. Ну, у нас есть. Я знаю примеры, как люди такие стадии все проходят за год. Все эти шесть стадий. Начиная с первой, заканчивая последней. Если женщина сама пила в прошлой жизни, наказанием будет то, что она получает мужа пьяницу. И она должна победить пьянство будет через молитву Богу. Его сердце. В этом мире мы не избежим наказания. Нам придется страдать за все, что мы сделали когда-то. Не зря дети рождаются калеками. Они страдают за свою прошлую жизнь. В этом мире мы рождены для экзамена, не для наслаждений. И экзамены сдаются. То есть реально можно побеждать судьбу. Это реально. Я тысячи примеров знаю, как люди побеждают судьбу. Я занимаюсь тем же самым всю свою жизнь. У меня ситуация хуже, чем у вас. Я должен был быть уже пьянчугой к 50 годам своим. Бабушка по отцовской линии умерла. На крыльце своего дома в алкогольном опьянении. По материнской линии. По отцовской линии бабушка замерзла в алкогольном опьянении, ползя по улице. Дедушка умер от рака желудка в результате пьянства. Брат отца умер в результате пьянства. Отец раскаялся. Сейчас не пьет. Плачет, говорит, я виноват перед своим сыном. Всю жизнь с детства я видел, как родители страдают.
них не было счастья в жизни. С детства я начал работать над собой с целью победить эту судьбу. Я знаю, о чем говорю. Поэтому мне, в моей жизни мне повезло, я встретил удивительного человека, Владимира Георгиевича Жданова. Это близкий соратник мой сейчас. Я его вылечил, его жену от неизлечимого заболевания. А он вылечил тысячи людей от неизлечимого заболевания. Он в нашей стране организовал вместе с Медведевым и духовником президента страны, отцом Тихоном, организовал движение «Общее дело. Борьба с против пьянства». Если вы наберите «Общее дело» в интернет, там найдете лекции, скачайте их и распространяйте людям. Как только люди начнут Жданова лекции слушать, они бросают пить сразу. Невозможно не бросить. У него такая сила из него исходит, что все бросают пить. Кто из вас бросил пить, послушав его лекцию по нему? Сами же есть. Развитие верности и уважения в семье. Это развитие, понимаете? Это развитие. То есть это все постепенно происходит. Уважение означает увидеть в человеке чистоту. Уважение не означает, что это что-то искусственное. Увидеть чистоту в человеке можно только, если ты ему служишь. Первое, с чего надо начинать служить, это с возможности принять в мужчине его точку зрения, его достаток. Вот какой есть у мужчины достаток, надо его принять. Женские деньги, это деньги очень в семье обладают очень больной природой. Женские деньги, это опасные деньги. Вот, допустим, жена зарабатывает деньги. У нее есть какие-то деньги, допустим. И мужчина решил на эти деньги купить холодильник. На деньги, которые заработала жена. Ну, она не хотела, чтобы на ее деньги холодильник покупали. А он купил. И это никогда не может позабыться. А? Ну все, да, капец. Надо возмещать назад. За холодильник деньгами. А? Ну, нормально, ну зарабатывает девушка, тратит на себя, все нормально. Все хорошо, да. А если есть и она зарабатывает, то ее деньги это горячие деньги, понимаете, в семье опасные очень. Не дай бог ему ее деньги истратить, это будет жесть. Она, мне женщина одна подошла после такой лекции, говорит: Олег Геннадьевич, ну я и хотела бы забыть, как он мои деньги истратил, но не могу. Помогите. Я и сама не хочу уже помнить, я что делать не знаю. Женщина знакомая, да, ситуация? Знакомая или нет? Или да, нет проблем. Ну? Вот девушка, как вас зовут? Рузанна. Одна, много зарабатывает, красивая, молодая. Вот. Вот. А, да. Есть мужики, нет здесь. Взять замуж просто, все, вопросы закончатся все. Я найду мужчину, который больше, чем я зарабатываю. Соответственно, я найду мужчину, который зарабатывает меньше, чем я. Вероятнее всего, потому что я хорошо зарабатываю. Ну и хорошо, найдите хоть кого-нибудь себе. Тракториста супер вообще, слава Богу, если тракторист. Вот я хочу, чтобы он был мужчиной к себе, учитывая, что я армянка, то есть я привыкла, что мама, папа хозяин, мама просто дома, да. Вопрос, что мне скрывать, сколько
сколько я зарабатываю и как грамотно... Ой, я сейчас вам скажу просто, знаете, все очень просто. Вообще без проблем. Главное мужика найти. Я сейчас скажу, все будет классно, не волнуйтесь. Денежки, как найти мужика, просто меньше зарабатывать, больше быть женщиной. И сразу мужик появится, энергия пойдет женская в тело. Вы денежки свои положите куда-нибудь на книжку, не говорите, что они у вас есть. Первая стадия. Вторая. Вот мужик уже есть, да? Вот. И вы как бы просто скажите, я работать не буду. Ну так вот, не буду и все. Знаете, Сара волновалась по поводу того, что она должна. Муж говорит, Сара, ты что не спишь? Она говорит, я волнуюсь по поводу того, что я должна деньги. Он такой вышел, через 5 минут приходит. Сара говорит, спи спокойно. Я сказал, что ты деньги не отдашь, теперь ты не должна. Пусть теперь он не спит, а ты спи уже. Женщине же очень просто решить вопрос. Просто не работайте и все, и живите на его зарплату. Помучайтесь немножко, он же мужчина. Он, понимаете, мужчина, он развивается, когда есть трудности. Вот как мужика научить плавать? Да, вот если ему взять этот плавательный костюм, он не будет плавать, он будет ручками так. Понимаете, есть два варианта у мужика, или на печке лежать, или воевать, понимаете, это же сказки русские, вот это, русский этот, Илья Муромец, он на пол жизни на печке пролежал, потом война наступила, пошел воевать, себя погромил, опять на печку лег. Понимаете, то есть мужчина или на печке лежит, или воюет, надо сделать военную обстановку. Ну не работайте, просто военная обстановка, работать не буду, все. Ну все, как бы, ну что с женщиной сделаешь, ну не хочет она работать, ну ничего с ней не сделаешь, военная обстановка. И что мужик потом? Вставай, страна огромная. И пошел работать, и все. И потом больше зарабатывай, вы его вдохновляете. И все, вот такая система. И вот скажите мне, вот как ваше сердце чувствует? Правильно система? Да, мне нравится. Ну все, нравится такая система. Ну и все, по ней живите, не беспокойтесь. Мужчины, конечно, немножко напряглись, но вот честно говорю, если женщина будет дома сидеть, и она все равно же без денег не будет. Она пирожки, там и заботится о вас, и все. И дом будет блестеть, и дети будут довольны. Представьте, вы домой приходите, и жена не работает, она и заботится, и пирожков полон дом, и как бы все классно. И с мамой поговорила, и с папой папу успокоила, и жучку накормила, и внучку, детку, репку, все, короче, все классно. Ну супер вообще. Женщина должна женскими делами заниматься. Ну что, ей так хватает своей работы. Зачем ей еще куда-то ходить? Когда женщина вкладывает в мужчину силы, он начинает развиваться в обществе, понимаете? Мужчине не хватает женской энергии. Есть такие исследования, что как жена относится к мужу, так к нему относятся все сотрудники. Если женщина начинает вкладывать в работу над собой силы, она начинает уважать своего мужа, начинает как бы его вдохновлять, то что дальше происходит? Ну, крепче становится, и все, потом пошел, все, вперед, понимаете, его уже не остановишь. Ну, женщины, просто поймите свою силу. Ваша сила в благословении, женщина благословляет. А это и есть вдохновение, может? Вот, конечно. Благословлять, верить мужа. А я в тебя верю. Все равно такое, да? Конечно. А что ты в меня веришь? Я же смотри какой. Нет, ты другой, я знаю. Да. Ну спасибо тебе. Все, пошел потом. Понятно с тем? Уважение – это самое главное. Надо научиться уважать мужчину. Уважать женщину также надо научиться. Уважение. Начинать уважать. Понять, что рядом с тобой вот такое хрупкое существо,
чуткое очень такое, все раздражает, все тяжело принять, там очень поменять в жизни что-то тяжело. Давай переезжать в другую квартиру. Не могу. Я к этой привыкла. Ну, мы же решили переезжать, уже купили. Нет, я к этой привыкла. Ну, давай как-то так сделаем. Я перееду туда, а ты здесь оставайся на время. Раз переехал, неделя проходит, я пришла к тебе в гости, посмотреть, как ты тут живешь. Ну, заходи, давай. Можно я у тебя останусь на ночь? Можно. Осталось. Потом еще раз пришла. Потом говорит, мне здесь, похоже, больше нравится. Переехала. Ну, то есть женщине все трудно, понимаете? То есть у нее природа такая статичная. Она вот к одному месту привязалась, и все, ее оттуда уже никак не выдернуть. Понимаете? То есть ей трудно как бы что-то поменять в жизни. У нее стабильная такая статичная природа. Мужчина должен понимать, как женщина устроена, и уважать ее чувства, ее вот возможности, потребности. У нее какое-то желание появилось, она не может от него уже никуда деться. Веды объясняют, чтобы понять, как уважать друг друга, нужно понять природу. Веды объясняют, что у женщины природа как река. Она течет, как река, она постоянно меняется, у нее новые интересы. Она является основой жизни человечества. Из нее жизнь рождается, и она же жизнь и забирает. Смерть это тоже женскую природу имеет. Тоже женская энергия. И не плохая энергия, не злая. Смерть, она имеет холодную такую энергию, и она расслабляет сильно человека. Когда смерть приходит человеку, больному уже, готовому уйти из жизни, она женскую природу имеет. Красивая женщина, божественная природа, божественная. Я видел, глаза нельзя смотреть, не видел глаза, но видел, как. Вот, пациенты, когда уже тело должны оставлять, я чувствую, пришла, женщина пришла. Вот. И человек сразу начинает кушать, восстанавливается, силы у него появляются. Это значит, через два дня уйдет из жизни. Все думают, о, выздоравливать начали. Нет, просто пришла эта энергия, спокойствие, успокаивает она человека, готовит смерть. Он перестает беспокоиться о том, что произойдет дальше. Все имеет женскую природу. Женщина рождает, женщина забирает. Она основа в этом мире. Она дает жизнь, она забирает жизнь. Она течет, как река. Женская энергия – это река жизни. Мужская энергия – берега. Женщина всегда испытывает мужа. Она проверяет берега. Женщина всегда пилит суп, на котором сидит. Грызет его точно. Пилит. Мужика пилит. Вот. Это нормально. Но чтобы становился крепче. То есть она его пилит, испытывает, чтобы он был крепче. Мужчине не нравится, конечно, что она его пилит, но он становится крепче все равно от этого. Вот. И река подмывается рекой. На поворотах особенно. На поворотах судьбы. И так тяжело. Мужчине так тяжело. Еще жена достает. На поворотах судьбы. Подмывается берег. Поэтому берег должен быть высоким, достаточно высоким, чтобы река на повороте не вылетела из семьи, понимаете, не поменяла ход течения. Потому что если она вылетает, она растекается, то есть она в поле уходит, теряет себя. Берега должны быть отвесными, каменистыми, то есть мужчина должен быть очень сильным. Он должен терпеть женские эмоции, спокойно к ним относиться. Женщина плачет, мужчина спокойно как бы. Женщина говорит много, мужчина молчит, кивает. Как ты считаешь вот по этому вопросу, как ты к этому относишься? Ты согласен со мной? Ну все, я успокоился. Разок у меня была такая ситуация, у меня была консультация, женщина одна приходит и начинает мне очень эмоционально рассказывать ситуацию. Я чувствую, что слова неуместны вообще. То есть она слушать ничего не хочет, она просто рассказывает. Из нее эмоции вылетают, и я просто так успокоился, как скала стал, такая отвесный берег такой неприступный, и киваю ей.
И она полчаса говорила, говорила, потом раз. Такая сидит, смотрит. Все. Успокоилась. Он говорит: Олег Геннадьевич, в жизни такого собеседника хорошего не встречал. Мне вообще ничего не сказал. Просто кивал и все. Это женская природа. Она вот течет, у нее эмоции, она что-то говорит все время, что-то как свое чувствует. Это нормально. Мужчина должен быть спокоен, он не должен реагировать. А если он реагирует, потом на следующий день такая ситуация интересная. Мужчина женщине говорит: ты что вчера вообще вытворял это? Она смотрит на него: а ты что обращал на это внимание? Не обращал бы внимания, и все. Так ведь, да, женщина? Ну, то есть сами женщины не придают значения своим словам. Так зачем мужчина тогда должен придавать им значение? Нужно спокойно просто воспринимать то, что женщина делает. Это называется уважение. Она покричала, покричала, успокоилась, потом извинилась. Женщине очень легко извиняться, мужчине очень трудно. Она извинилась, когда ей легко извиняться? Когда мужчина, он не обращает внимания ни на ее крики, ни на ее извинения. Если мужчина притирается, то она извинилась, значит, ты не права. Вот. Такому мужчину женщина никогда извиняться не будет. Она извиняется тому, кто спокоен. Мужчина должен быть как скала. Поднимите руку женщины, которым не нравятся такие мужчины. Спокойные, как скала, твердые. Есть такие? Ну, давайте микрофончик ей, сейчас мы поговорим. Интересно, какие же ей нравятся? Одна вот попалась такая женщина. Значит, есть у нее какая-то новая мысль. Каждый человек должен всегда учиться в жизни. Может, я что-то недопонимаю? Ну, расскажите. Ну, включите микрофончик, попросите кого. Ну, обычно в последнее время попадаются мужчины, которые, наоборот, выводят, ну, их начинаешь испытывать, как вы говорите, да, и они поддаются на это, и ты заходишь на их территорию и начинаешь там просто реально все разметать. Так, вы такая вот женщина, да? Испытываете до последнего, да? Ну, и чего? Ну, а твердый, как скала, а же мужчина был, я же об этом говорю. Ну, такие мужчины нравятся, но они почему-то в последнее время не встречаются. Не встречаются? А, все-таки нравятся, да? Да, они нравятся. А, то есть вы не поняли просто, поэтому поняли. Это напоминает мне историю одну. Это ведическая тоже история. Один наставник, он спросил своих учеников: кто из вас считает, что жена не является главной силой в доме? В вашей семье главной силой, которая эмоционально себе подчиняет. Кто считает, что он сильнее психически своей жены, сделайте шаг вперед. И один мужчина делает шаг вперед, остальные все стоят на месте. Наставник подошел к этому мужчине и говорит: что, действительно, ты психически сильнее своей жены, как бы ты способен реально, как бы, ну, так вот себя вести, ее как бы вот так эмоции, психику как-то держать в руках, чтобы она не выходила из равновесия. Такой смотрит по сторонам. Говорит: вы знаете, просто моя жена, вот если такой вопрос зададут, попросила, чтобы я так не говорил. То есть то же самое, только жена его еще и попросила. Все хуже ситуация. Так и у вас тоже, как бы, вы тоже хотите, чтобы твердый мужчина был, но просто не попадаются, да? Хорошо. Теперь мужчины должны понять, в чем их роль в семье. Доказывать что-то женщине бесполезно. Как сделать так, чтобы она поняла? Надо просто стать сильным и принять ее, и она поймет все, что надо. Потому что, понимаете, так устроена природа, что женщина, она очень близко к Богу. Веды объясняют, что жена – это сердце мужа. Сердце мужа означает, женщина очень близка к истине. Она истину, ей легко почувствовать себя неправой, ей легко почувствовать, где истина, где правда, женскому сердцу очень легко это почувствовать.
если ее не трогать. Но если женщину досаждать, она не может это почувствовать. Она это может почувствовать только тогда, когда мужчина, наоборот, дает ей возможность ошибаться. Вот это то, что надо делать в семье. Мужчина должен дать возможность женщине ошибаться. И она сама раскается потом. Это уважение к женщине. Женщина согласна, что легче самой раскаиваться или нет? Что вы почувствуете сами, что надо делать. Или как сделать так, чтобы мужчина понял, где правильный путь? Здесь сложнее. Мужчина – это направление жизни. Если женщина – это как бы сердце семьи, то мужчина – это направление семьи, это разум семьи. Поэтому, чтобы мужчина понял, нужно действовать по-другому. Женщина должна воспитывать своего мужа. Есть две стороны медали семейных отношений, две стороны любви. Женщина должна служить своему мужу и заботиться о нем, и должна очень мягко и нежно, ненавязчиво говорить ему правду. Допустим, если он не прав по отношению к своему начальнику, то надо говорить: ты молодец, отстаивай свое. Но мне кажется, что вот начальник тоже вот в чем-то прав. Не обязательно сразу. Об этом говорить, а можно потом, когда он наелся, сытый. Все самое сложное мужчине надо говорить после обеда. Да, он сытый, он добрый такой, в этот момент ему можно сказать чуть-чуть правды. Запомните, что правду надо мужчине говорить очень мягко, нежно и по чуть-чуть. Примерно надо 60 раз сказать, чтобы до него дошло. Где-то на 30-й он начинает обращать внимание на это. Ну, то есть, когда женщина просто о чем-то говорит, он даже не обращает внимания. Потому что мужчина так сильно зациклен на своем, он так идет сильно вперед, что когда жена ему что-то советует, он даже не сильно как бы его пробивает это. Но он в 30-й раз где-то, женщина просто знает объем работы. Если вы хотите мужчину повернуть, он, понимаете, мужчина как паровоз. Он едет в своем направлении. Остановить паровоз невозможно. Остановить паровоз невозможно, но повернуть можно. Но поворачивать надо незаметно. Вот представьте, вы едете на паровозе, вы замечаете, как стрелки переставляют пути. Раз паровоз меняется, потом раз, он говорит: мы уже едем в обратную сторону. Ничего себе, вроде все время прямо и уже в обратную сторону. И вот мудрые женщины, они всегда с мужчиной соглашаются, но потихоньку переставляют стрелки. Потому что природа женщины такова, что если она захватывает что-то в своей жизни, назад уже не отступает. Понимаете? То есть если женщина в отношениях с мужчиной что-то захватила, она назад уже не отступает. Понимаете, о чем я говорю или нет, женщина? Не понимаете? Ну, допустим, мужчина раньше не давал вам делать себе замечания. А вы потихонечку начали делать. Мужчина, понимаете, он по природе мягкий внутри. Он уступчивый, но снаружи у него очень большая защитная сила. Если вы пробили ее, потихонечку как бы делаете замечания, то дальше вы уже и будете делать. Вы назад не сделаете ни одного шага. А он будет уступать в этом и останется на этих позициях. Понимаете, да? Давайте, вы не устали от меня? Давайте я вам сейчас очень важную вещь расскажу. У человека есть два психических каркаса, как бы два психических цилиндра. Есть внутренний, глубокий, есть наружный. Наружный, он связан с поведением человека, с его реакцией на окружающую среду, с тем, как он адаптируется к жизни, как он себя ведет. И зачастую как сам к себе относится. Понимаете, это наружный психический цилиндр. Внутренний психический цилиндр – это основа человека, основа его характера, способность менять характер или сохранять устойчивым его, стабильность характера или подвижность. Это его твердость или мягкость человека как личности. Вот теперь узнайте правду, которая вас ошеломит. Женщина снаружи имеет очень, наружный цилиндр у женщины очень мягкий.
Это значит, что женщина, она попадает в какой-то коллектив, допустим, она раз, сразу к нему приспособилась. Женщине очень легко говорить на чужом языке. Она говорит прямо как на своем сразу, то есть она все акценты ставит правильно. У нее сразу она входит в роль иностранки. Женщина очень легко приспосабливается к любой обстановке. Ведет легко, очень как бы способна вести себя так, как принято в этой среде. И потом дальше всю жизнь она в этой среде ведет себя так же. Наружный цилиндр, цилиндр отношений у женщины очень мягкий. Ей очень легко приспособиться к речи своего мужа, поведению своего мужа. То есть она легко приспосабливается к его проявлениям каких-то поступков. Она привыкает, приспосабливается легко. Дает ему пространство сколько надо в отношениях, сколько он хочет, столько и дает. Все его привычки, характер она принимает. Месячный цилиндр у женщины очень мягкий. И внутренний цилиндр у женщины тоже очень мягкий. Нет? Нет, молодцы. Это была шутка. А внутренний цилиндр у женщины как камень. Женщина, она не может по факту поменять себя никак в жизни. Вот какой характер ей дан, такой и остается. Она просто может научиться вести себя правильно в жизни. Но внутри, вот она как стержень. И какой стержень есть, такой и есть. С ним ничего не сделаешь. И мужчина, когда женщину берет замуж, он думает, она такая покладистая, как бы. Она такая уступчивая, такая мягкая. И сейчас вот как бы... Я смогу как бы с ней делать, что хочу. С другой стороны, у мужчины наружный цилиндр психический очень твердый, как камень. Женщина думает, ой, какой он. Непреклонный, неприступный, ничего с него не изменишь вообще никак, как стена неприступная. Ничего невозможно, ни договориться, ни решить никакие вопросы. Наружный каркас очень такой каменный, мужчина. А психика, природа глубокая, внутренняя природа мужчины очень подвижная. Мужчина всю жизнь меняется, его характер полностью меняется в течение жизни. То есть его можно поменять, мужчину можно перевоспитать до неузнаваемости вообще. Внутренний цилиндр женщины, он хоть как камень, но он сразу берет правильную основу. То есть женщина, она получает с рождения все самые лучшие качества. У женщины много хороших качеств, они как основа ее, как цилиндр такой внутренний. Поэтому женщина является хранительницей традиций. Она хранит все самое лучшее, что есть в культуре. В женской природе это хранится. Она стабильна, женщина стабильна, и поэтому женщину нельзя сводить с правильного пути. Женщину не надо развращать, женщину не надо осквернять и так далее. Она должна быть чиста. Когда женщина чиста, все самое лучшее в ней стабильно сохраняется, и она очень сильно обществу этим помогает. Мужчина же очень динамичен, он может деградировать полностью до ручки, и он может наоборот стать святым за одну жизнь. А может сначала туда, а потом туда. То есть у него реально все может поменяться. Но внешне мужчина кажется как камень твердый. И поэтому единственный способ растопить этот камень, это очень мягкий, уступчивый подход. Если женщина действует с помощью любви, она очень мягко, нежно ведет себя с мужчиной, то этот каркас наружный, он дает трещинку. Ну, то есть туда можно проникнуть. И когда женщина проникает в сердце мужчины, тогда она очень быстро может поменять его характер. Но, опять же, сами перемены нужно делать незаметно. Ну, допустим, если вы мужчине будете говорить, какие хорошие лекции. Ну, так, ненавязчиво. Ну, ты, конечно, знаешь больше, чем Олег Геннадьевич. Так 60 раз. Через 60 раз он уже здесь сидит, как бы на лекции. И он потом скажет, да я сам все это знал,
И по факту как бы сам все в жизни это делал. Ну даже может быть и не делал, но хотел делать. Вы не сможете убедить мужчину, что это вы его сюда привели. Невозможно. Он сам принимает решения, сам все понимает, сам считает себя грамотным по всех вопросам. Даже сами лекции женщины и мужчины слушают по-разному. Женщины, знаете, как слушают лекции? Вот так. Они все впитывают, всасывают, вот так. Все, верят. Мужчины, знаете, как слушают лекции? Вот так. То есть они слушают лекции по-другому, по-мужски. Что значит по-мужски? Это значит, что у них есть свое мнение, но они готовы послушать и твое. Да нормально, так устроен мир. Но представьте, если все будут слишком доверчивыми, от этого не будет нормальной жизни. Мужчина едет как паровоз в своем направлении, но когда он поменял курс движения, это движение становится непреклонным. Понимаете, по факту женщине надо привести мужа к Богу и расслабиться. Если муж начинает рано вставать, женщине можно спать сколько хочешь. Без проблем. Он будет на руках ванну носить. Женщина должна вдохновить мужа рано вставать, чтобы он вел здоровый образ жизни и расслабиться. Понимаете или нет? И все. На мужа вся надежда. А? Как его вдохновить? Как вас зовут? Ну, микрофончик давай. Сейчас у нас практическое занятие будет по вдохновлению мужа. Включай. Помогите. Все. Ага. Екатерина, здравствуйте. Первая или вторая? Без нумерации. Будьте первые. Хорошо. Как мужа зовут? Руслан. Руслан и Екатерина, значит. Хорошо. Спасибо вам, что пришли на лекцию. Я чувствую этого человека. Он такой достаточно видный, да, такой человек? Нет? Нет, не видно. Нет? Не того почувствовал? Может, не того почувствовал? Ну, расскажите мне, принимай, настройся. Ну, у него очень строгий характер. Не видно, а строгий. Да, он наполовину дагестанец. Ну вот, он видный дагестанец. Вы что сказали вообще? Вы слышали, что вы сказали вообще сами? Дагестанец не видный? Ну вообще вы сказали неправильно. Такие слова могут стоить жизни. У меня есть друзья дагестанцы, я знаю их характер, конечно. Он очень видный человек. Повторяю. Видимо, я так понимала это слово. Ну, неправильно, да, вы понимали. Вы ему скажите, передайте мои слова, он будет доволен. Итак? У меня вопрос, что как мотивировать его вставать раньше? Он не очень аскетичен. А зачем ты меня хочешь мотивировать? Чтобы расслабиться. Сама мотивируйся. Давай. Мужчина твердый должен. Еще что я должен, давай рассказывай. Сейчас послушаем. Так вот, в том-то дело, что не могу донести. Вы не то делаете просто. Сейчас я вам объясню, что делать. Вам надо у мужа получать наставление больше. Садитесь рядом с ним, и пускай он вам дает наставление.
А вы слушаете, киваете вот так вот, соглашаетесь, стараетесь выполнять. Вы просто бунтуете против него, сопротивляетесь, понимаете? Вы согласны со мной или нет? Ну, не всегда бунтую. Я иногда сажусь, киваю там. Так. И в это время какой он становится, ваш муж? Ну-ка, давайте внимательно. Какой довольный. Расслабляется, да? Да. Вот смотрите, теперь дальше что? Первый шаг – это подчинить себя мужу полностью. В это время мужчина расслабляется, его психика расслабляется. Он становится, успокаивается, и вместе с расслаблением его сердце приходит щедрость. Если вы почувствовали, что вы удовлетворили его реально, то надо сесть на колени, обнять ему, сказать: «Слушай, у меня такая проблема. Я хочу вставать пораньше». Он скажет: «Ну не можешь не вставать, чуваки, блин. Надо повторить несколько раз. Ты знаешь, у меня такая проблема, хочу вставать пораньше». И потом посмотрит на вас: «Да, ну хорошо, ну хочешь вставать пораньше». То есть сначала до него дойдет, что это проблема. Но это нужно время. Нужно повторить несколько раз. Ну, нежно, очень по-ласково. Он скажет: «Ты что? Что ты мне об этом говоришь?» И надо дальше использовать оружие, которое непобедимо. Женские слезы. Чуть-чуть скрипнуть и сказать: «Ну, я не могу вставать пораньше». Он скажет: «Не, ну, как я могу тебе помочь?» У меня появится благородство в сердце. И в это время вы скажете: «А давай вставать вместе. Ты мне поможешь, и я тогда смогу». И он скажет: «Ну нет, я не буду с тобой вставать, сама вставать». И пойдет. Но осадочек останется. И так 60 раз. Хотя бы 20. Спасибо. Сейчас проведем обратную связь. Поднимите руку мужчины, которому понравился такой подход. Смотрите в зал. Мужчине много кому понравилось. Теперь поднимите руку мужчины, которому не понравился такой подход. Ну, смелее. И микрофончик. Ну, расскажите. Как бы вы хотели, чтобы вы были? Меня зовут Рафаил. Да, очень хорошо. Я рад, что вы пришли на мой лекцию. Я тоже очень рад, что я пришел сюда. Расскажите, как вы были? Хорошая атмосфера и знания. Как устроим, жизнь покажет. А вопрос в том, что мы с моей супругой Галиной, ну вдвоем, вот такая классическая пара, познакомились, и сразу все вдвоем работаем. Я так не знаю. Вообще, я рад, что мы вдвоем работаем. Почти 30 лет, и все вдвоем. У вас очень развита семья. Поймите, что таких бывает очень мало семей в этом мире. Да, но мы немножко оба, ну, как бы нормальные люди, ленивые. Утром мы встаем. Когда-то делали 180 минут, занимались утром. Потом меня обвинили, что я поздно приезжаю на работу. Теперь 90 минут. Но каждый раз мы встаем. Вот она взяла аскезу, по 6 вставает. Я ей помешал. Она говорит: «Рафаил, это ты мне помешал, она мне поддержать, а ты мне не даешь вставать, сам не встаешь и мне не даешь». Да. И действительно, нам ну, трудновато вставать. Ну как маленькие дети вдвоем. Вначале трудно встать, а потом трудно начать заниматься. Да. Я не знала тогда, что надо 60 раз сказать. А вот если бы она не так сказала, а вот так, как вот эта девушка, легче бы было вам принять это? Попробовать, не знаю. Попробуйте. То, что думают ум, это одно, а получается, но не всегда так. Как... Нормально, да. Надо попробовать. Ну попробуйте, это очень важно попробовать, потому что мужчине так классно вообще жить, когда жена так себя ведет. Я бы все вот своей жене отдал, если бы она так попробовала. Спасибо. Спасибо вам.
атмосферу в зале, за то, что вы так меня приняли. Хорошо, очень по-доброму. Вы так редко бываете. Я буду приезжать теперь. Понимаете, вот это установление отношений, женщине кажется, что мужчина как неприступная стена. Ей кажется, что невозможно просто до него вот что-то донести, достучаться. Но проблема заключается в том, что она не знает о силе первого шага. Я вам уже рассказывал, как я колючки, да, сжигал или нет? Нет? Это я рассказывал в Казани. На прошлом семинаре. Сила первого шага обладает огромной энергией, понимаете? То есть мне друзья помогли на участке и обстригли колючки, вот акацию вот с такими иголками длинными. Здесь такие не растут. Вообще бывает акация, как у них как шпаги иголки, вот такие вот тонкие, длинные, колятся сильно, могут поранить человека даже. Она разрослись, эти акации их обстригли, положили мне под ну не подумали, положили мне под грушей, и не сжечь, потому что дерево сгорит, повредишь дерево, и ничего с ними не сделать, потому что они друг за друга цепляются, и все, с ними ничего не сделать. И они мне лежали, эти колючки, целый год. Я ходил, смотрел на них и думал, что же с ними делать. И я, как-то они меня замучили, решил помолиться на эту тему. Я начал помолиться и почувствовал, что все, колючки не мешают. И потом мне в сердце Господь сказал, ты разведи костер рядом с ними. И я так, а из чего? Ну, пару колючек выдерни, как бы, и разведи костер. И я взял дочку, пошли там, я вытер, ну, пару колючек, потрудился. Я даже перчатки не брал, чтобы не уколоться. Не думал, что я буду там что-то еще делать. Просто взял голыми руками эти колючки, парочку выдернул. Разломал их, развел костер. Потом, знаете, думаю, костер горит так хорошо, надо его поддерживать, может, еще пару колючек выдернуть. Я начал думать, где вот уйдет тут легче. Увидел, что сверху несколько веточек лежит. Там раз взял несколько веточек, потом с какого-то боку вытащил. Вот. Как вы думаете, за какое время я разобрал, вот ничего не осталось вообще, просто пусто. Трехметровая гора такая. Да, где-то час. Представляете, через час жена приходит, где колючки? Сожгли. Одна, вторая, третья. Через час колючек нет. Тю-тю. Понимаете, почему? Потому что так устроена природа человека. То есть женщина просто должна понять, как устроен первый шаг. Когда первый шаг сделан, дальше нет проблем. Понимаете, мужчина неприступен только снаружи. И первый шаг, вот он работает вот таким образом. Это очень сильное смирение перед мужем, очень сильное послушание и очень мягкий, уступчивый подход по отношению к нему. Очень по-доброму, мягко, но все равно гнуть свою линию, понимаете? Мягко, по-доброму сказать то, что надо, но очень мягко, по-доброму, ненавязчиво. И пойти вообще, больше как бы эту тему не обсуждать. Не думайте, что мужчина ничего не услышал. Наоборот, когда так сказать, мужчине заходит глубже всего. И если вот мягко, по-доброму и так ненавязчиво, то постепенно-постепенно он включится в разговор, и вы потом увидите, что эта потом ситуация утвердится на всю жизнь. Понимаете, если вы один раз сможете скорлупу пробить, там останется дырочка на всю жизнь, вы потом всегда можете ему это говорить, и он будет это делать. Вот допустим, если вы смогли сделать так, чтобы мужчина носки клал на место, он всю жизнь будет клать на место, понимаете? Надо просто схему отработать. На это требуется время, то есть один носок туда улетел, другой сюда. Ничего страшного, вот взяли, сказали. Мой хороший, за ручку взяли его, пойдем собирать носки. Собрали носки, положили очень по-доброму, очень смиренно. Он говорит, ну я с работы пришел, сказал, что ты сама не можешь эти носки собрать? Могу, конечно, но вот Олег Геннадьевич научил меня вот так делать. Он говорит, что надо мужу по-доброму, по-нежно, по-мягкому объяснять, куда класть носки.
И постепенно он сам научится класть носки туда, куда надо. Больше на лекцию не отходит. А? На лекцию больше не отходит. Ну тогда, Олег Геннадьевич, не упоминайте. Это правильно, лучше меня оставить живым